Западный обход все ближе. Завершен капитальный ремонт второго этапа автодороги по улице Станкостроителей на участке от поворота к полигону ТБО до улицы 13-й Березняковской. Трехполосная проезжая часть построена по современным технологиям и рассчитана на серьезные транспортные нагрузки. Технология большой разницы с предыдущим этапом не получили, потому что там была только геотекстиль здесь заложена, а там была геосетка. А так толщина одна и та же, больше метра, метр 10, метр 11 сантиметров. Три слоя асфальтобетона, песок, щебень. Все как и на предыдущем участке. Не просто дорога, полноценная улица. В рамках строительства установили наружное освещение и поверхностный водоотвод. Нанесли разметку, обустроили тротуары, установили дорожные знаки и остановку общественного транспорта. Следующий этап строительства западного обхода должен связать 13-ю Березняковскую с кольцом Суздальской. Протяженность участка 1 километр 700 метров. В настоящий момент проектная документация разработана и находится в экспертизе. В дальнейшем будем представлять департамент дорожного хозяйства для подтверждения финансирования. Объем примерно 194 миллиона, но точная сумма будет после того, как будет заключение госэкспертизы. Если ничто не помешает, работы обещают завершить уже в 2019 году. Планы более чем амбициозные, учитывая, что на месте будущей дороги сейчас пустырь. А по уже готовому отрезку Станкостроителей движение откроют 3 декабря. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.